Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин, и мы в пустыне от цивилизации в городе Семенов. У них на главной площади, кстати, есть телевизор, в котором они поют свой гимн. Кстати, возвращаясь к путешествию по городам России, у нас есть опять вождь. Вон он. Юрий, небольшой ликбез про город Семенов. В каком году основан город Семенов? 1798. Ты подготовился, Юрий, или прочитал, Юрий? Я прочитал, но я запомнил. Да, так ты другую дату прочитал. Какой 98-й? Ошибка. Значит, не запомнил. Господи. Продолжаем движение. Меня смущает только одно. Почему у мужчин имена не Семен? Они все приезжие, что ли? Не из этого города, не из города Семенов. Семенов настолько добрый город, что даже в тюрьму у них добро пожаловать. Но мне почему-то кажется, что это тюрьма. Господа из Семенова, если вы будете это смотреть еще раз, не обижайтесь. Просто, ну, грустненько как-то. И у вас всего один туалет на город за 25 рублей. И в вашей галерее ничего нету. Просто крытый рынок. Ребят, не обижайтесь на меня, но я немножечко не в настроении сейчас. Мы, видимо, сейчас будем искать хохлому, кстати, потому что, как мы поняли, вы центр, там, столица хохломы и так далее. Вот. Если найдем, покажем. Не найдем, вот он. Вот так покажем. Предотвращение, спасение, помощь. Это же эти, спасатели эти, пожарники. Кто? Может, это предотвращение, спасение я? Всякое может быть. Возможно, интернет врет, и Семенов — это город все-таки тюрем. Посмотрите, очередное строение, вон там вот с черным тетеревым заперти. Господа семеновцы, еще раз, простите, пожалуйста. Семен Семеновича, простите, пожалуйста. Ну, действительно, это на зону похоже. Вот человек аж погрузил в черном весь идет. Дима. Шо. Русский язык забыл. Шокает. Юр, как ты их называешь? Хохломяне. Хохломяне? Жители Хохломы — хохломяне. Добрый день. Ой, я вас затичку потрогал. Тихо-тихо. Слушайте, это очередная тюрьма, только такая вот под роспись. Видите? Семен с Бугради, извините. Это просто женщины из тюрем. Они не дают своим мужьям выйти из тюрем. Ну да. Куда идем бы с Юрочкой в Миробоев? Зачем? Терочку. Юр, ты исполнил песню. Мы тебя здесь и оставим. Сами поедете. Бля, ну да. Придется. Кафе Хохлома. Идеально. Дима, ты будешь моим оператором сейчас. Господи, на секунду. Что надо делать? Надо меня снимать. Оперировать. Сейчас, погоди. Твой внешний, что ты будешь? Сейчас, погоди. Купил хохломский коньяк? За Симончан. Чик-чик. Ну, это старый Кёнигсберг. Да. Теперь ты. Господи. Замерз, а закуси? Нету закуси. Пей давай. За Симончан, за Семенов, за всех. Да, я особенно я. Мил, будешь коньячок? Понюхай, бутылки не останется. Это что, Кёнигсберг? Ну, нормально, больно. Исправляйся, у меня права есть. Да, тэпать пальчик. Сейчас нас в музей не пойдет. Аминь. Мы сейчас находимся в музее, ну а точнее пока что в магазине, потому что он скоро закрывается, а потом идем в музей. Поэтому немного хохломы вам покажем все-таки сегодня. Но можете, вообще как-то так. Пока ищем продавцов, которые найдут там магниты, чтобы повесить их нам на холодильник. А сейчас поднимаемся в музей. Юр, кстати, у тебя майка отчасти в цветовой палитре.
музее были. 80 рублей стоит. Хватит мне писать уже. 80 рублей стоит мне. Мне всем проход. А детям? А детям не знаю. Ну пусть будет тоже 80 рублей. Короче, ужасно, даже стащить ничего не дали, дорого. Не, так нормальненько. Есть и новые представители хохломского искусства, и старые представители. Но только самые старые, которые я заметил, 1930 год. 19 века даже не было. Хотелось бы вообще старье увидеть. Вот. А так нормально, стоит 80 рублей. Пол пачки сигарет. Они на картины. Ну, картины, да, еще там, типа современное искусство было. Вот это вот все. Там был хикакамори ваш, или кто? Похер. Вы посмотрели, вы увидели, все, молодцы. А вот ему дизлайк, дизлайк ему вот так вот прям. Юра потерялся, не знает куда идти, а мы находимся около завода хохломской росписи. Пусть это будет завод. Хотя это предприятие, но завод звучит прям так эпичнее. Вот там он находится. Вот он. Вот это вот. Работаем, ребят, работаем. Юрий, где мы идем? По улице Ленина. Это что за улица такая? Центральная. Семеновская. Центральная Семеновская улица Ленина. Джинсовый стиль. А, только без джинсы. Она всего 300 метров в длину. А тут есть Ленин? Я ее просто не наблюдал. Ты был на площади. А площадь — это не улица. А-а-а. Высокоинтеллектуальная походка по городу Семенов. Это какая-то болезнь? У нас немножечко мозги отключились, дорогие зрители. Не черчайте на нас, пожалуйста. Вот, просто, ну, вы сами понимаете, состояние в процессе, чего говорю вообще. Коньяк начинает действовать. Работаем. Юра, как вы прокомментируете это сооружение? Это лежальня. Лежальня. Прекрасно, Юра. Видимо, в первую брачную ночь там должны возлежать. С отцом-батюшкой. Да, Мил? Чего ты несешь? Я несу телефон по городу Семенов. Сейчас у нас начинается путешествие в парк. Вот этот вот. Парк, зоны и отдыха, или что там вот это, культура. Никакой. Осторожней, здесь дыры. Осторожней, дыры. Пытаемся пройти, пытаемся выжить. Видите дыры, бля. Наша цель — вон тот мост. А сзади ребята, которые тоже пытаются выжить. Я не буду смотреть в камеру, чтобы не упасть в яму. Слушай, а может мы по озеру идем? Нормально. Работаем. Смотрите, здесь есть коняшка, здесь есть трубы и греческое сооружение. Ой, блядь. Вот это люди, которые пытаются. Вот я захожу на мост. Вот почти зашел. Зашел. Вот люди, которые тоже скоро зайдут на мост. А вот мост. Так тут два моста. Семенов — город мостов и тюрем. Мостей? А здесь красота. А здесь озеро. Вот озеро и рыбаки. Рыбаки. Ударение правильно. Рыбаки. Рыбов. Рыбов. Отдаете? Все, идем дальше. Они. Маман. Прощай, Маман. Прощай. Новый челлендж в городе Семенов. Залезть в матрешку. А может, там действительно жестко. Наблюдаем. Так, так. Главное не провалиться. Вот в эту матрешку будем залазить. На матрешке! Гуляя по городцу, мы поняли, где все деньги города. По городцу. По Семенову. Симончане. Сорян. Короче, all money in S. Пушкина. Вот тут. Не баньте меня, ваше в городе, пожалуйста. Я сюда все равно не приеду. После нашего длительного конечного путешествия зашли в кафе «Сытая сова». Сейчас будем потчевать. Есть сову. И жареного Семена. Я бы выпачивал Семена в пляре. Вот такие вот ребята собрались. Голодные, да, Юр? Ну что ж, откушали мы в «Сытой сове». Все довольны.
Денег это стоило немного. А если бы мы бы еще не были джентльменами, то вообще, можно сказать, задешево посидели, потому что там пиво и чай не посчитали в самом начале. Вот. Возвращаемся в центр города Семенов. Я запомнил, не горододет. Семенов. Да. Ну и потом мы прыгаем в машину к достопочтенному Юрию и возвращаемся обратно домой. В общем, итог по городу, что... Господа симончане, в очередной раз, не гневайтесь на меня, но как здесь жить, я слабо представляю. Только если вот такими набегами туристического характера пробежаться по пустынным улицам и немного отойти от цивилизации. Все. Остальное это как-то даже грустненько, я не знаю. Прям вот действительно грустненько. Кто что может, да. В общем, как-то вот так вот, вот там вот наши товарищи отстали, скорее всего, мы вам здесь их оставим тоже навсегда. Вот, и вернемся втроем в город. Может быть, в следующем году за ним вернемся. А может и нет, кто знает. Ну да, нас в кафе пригласили обратно еще раз посетить. Ага. Вот, Юру пригласили обратно в кафе. Видите, как он всем нравится. И вам пусть он нравится, поэтому подписывайтесь на его канал. Вот, пока YouTube не закрыли. Ну а мы, как всегда, работаем, ребят.